У него главный вопрос вот был ко мне, значит, не поступит ли Россия так, как поступила с Ливией. Я сказал, потом... Я думаю, Россия больше никогда не поступит так, как поступила с Ливией. Я ему сказал, не поступит. Я думаю, этого урока России хватило навсегда. И гарантией, я сказал, является то, что за Ливию отвечал президент Медведев, за Сирию отвечает президент Путин. Что в ответ сказал Башар Асад? Мы всей страной будем, всем сирийским народом молиться за здоровье президента Путина.